Один человек погиб при пожаре на улице Олега Кашевого в Тюмени. По факту Следственный комитет начал доследственную проверку. Возгорание произошло накануне вечером. В огне оказался трехэтажный дом. По данным регионального УМВД, в нем располагалась частная гостиница. В результате пожара пострадало три человека, которых госпитализировали в ОКБ номер один. Двое до сих пор остаются в больнице. Их состояние врачи оценивают как стабильное. При разборе завалов уже ночью спасатели обнаружили тело одного погибшего. Было обнаружено тело погибшего. Лифт устанавливается. Происходило горение третьего этажа и кровли трехэтажного жилого дома. В 21:58 пожар был локализован. Всего на тушение пожара было 9 техники, 44 состава. В настоящее время работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. Причины устанавливаются. На время тушения пожара пришлось отключить электричество на всей улице. Работы по ликвидации огня продолжались больше 3 часов. Мы вот трясемся до сих пор. Второй этаж до сих пор горит. Если к соседям перекинется, то есть и к нам перекинется, мы боимся. Сейчас 16 человек, в том числе 3 детей, размещены в гостинице «Колос».